Мы находимся на пороге 2021 года. Еще чуть-чуть, и мы войдем в Новый год. И выдохнем все, потому что наконец-таки закончился очень непростой для всех 2020 год. И в преддверии Нового года я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы с нами. Я могу с уверенностью сказать, что в этом году мы спасли больше жизни, чем обычно. Потому что я знаю на своем опыте, у меня и родители переболели ковидом, и близкие родственники, и друзья. И благодаря тайской традиционной натуральной медицине все выжили. И даже не осталось каких-то серьезных последствий. И я могу сказать также, что мы помогли выжить вам, а вы помогли выжить нам. Спасибо вам огромное. Многие интернет-магазины, они закрылись, потому что люди перестали заказывать у них товары в страхе, что они не дойдут. Я хочу поблагодарить всех, кто доверился нам в этом году и продолжил заказывать любимые тайские травки, витамины, косметику и прочие товары, которые уже вошли в ежедневный обиход. Спасибо вам всем огромное, что вы остались с нами. И я хочу пожелать всем в следующем году здоровья и стабильности. Потому что стабильности нам сейчас всем не хватает. Сейчас очень тяжело что-то планировать, потому что никто не знает, что будет завтра. Сейчас в Таиланде обещают, что будет скоро локдаун, потому что начали расти случаи, новые заболевания. И мы сейчас все сидим и ждем, когда же нас всех закроют. Вот, и вот также я хочу пожелать всем свободы, чтобы мы могли свободно общаться, свободно перемещаться, и чтобы та прежняя жизнь, которая была у нас до ковида, чтобы она хотя бы чуть-чуть, пусть уже не в полном объеме, но частично вернулась к нам, и мы снова смогли дышать полной свободной грудью, без масок, и без страха будущего. Так что, дорогие мои, здоровья нам всем, стабильности и удачи!